как называть их красиво, барвихинские? Рублевские. Вот, которые... Или которые хотят стать рублевскими. Или которые хотят стать, да. И поэтому им нужно появляться в местах, и чтобы все были уверены, что у них хорошие финансовые возможности. Но не знают, они заложники, это все тоже очень грустно. Заложники ситуации какой? Когда общество потребления заставляет, навязывает определенные они стандарты. Они сами же себя. Так они сами себе. А никто не навязывает им. Все сами себе все навязывают. Вон там весь прикол. Она появляется там с Клоей Паленой, потому что она думает, боже, я появлюсь с чем-то другим, меня там обсмеют и прочее. И поэтому потом, когда герцогиня Кембриджская выходит в Заре, все такие, боже, можно было так.